Это вот когда я ему послала стихи, вот я говорю, вот так, так песня есть на такой стихотворение. Говорит, однозначно, вот это оно и есть. Ну, я спою, да, тогда да, вот конечно. Это в Ютубе есть, в общем, называется «Думаю о тебе». Сейчас спою. Стихотворение Михаила Людовского. Он, кстати, тоже из Германии. Вот, вот такая вот цепочка. Тоже стихотворение из Фейсбука найденное. В картинной галерее около натюрморта у витрины сувенирной лавки с танцующим Шивой в зале ожидания аэропорта в открытом кафе под плакучей ивой рядом с уличным музыкантом. О чем-то, но думаю о тебе. Я стараюсь думать о чем-то, но думаю о тебе. Ой-ой-ой-ой-ой. Солнечный диск, словно медный котел над раем. Протуберанцы пострижены, лучи сочтены до цента. Я шагами мерю периметр городских окраин, скольжу подошвами по булыжнику городского центра, то на поверхность всплывая, то растворяясь в толпе. И стараюсь думать о чем-то, но думаю о тебе. Я стараюсь думать о чем-то. Центральной улице, там, да, вот берега уходящие, да. Вот это как раз вот автор вот этого клипа. Сейчас просто красиво. Спасибо большое. Спасибо. Вот это, собственно, вот этот Валерий Архиреев, который такой... Вот они были вот с супругой людьми, которые не гонятся за деньгами, которые делают то, что им нравится, и если это... Ну, бесплатно можно сделать, то они делают бесплатно.